Популярный праздничный салат можно подать порционно, на картофельных лодочках. Блюдо обязательно понравится всем гостям и родным. Главное, заранее отварите овощи и остудите их в ледяной воде. Красочная подача популярного салата не останется незамеченной гостями, поэтому заранее подготовьте добавку, так как лодочки вмиг разлетятся с тарелки. Можно заранее натереть свеклу и морковь, слить со свекольной массы жидкость и хранить в холодильнике, собирая лодочки перед самой подачей. Свекла отварная, 1 штука, крупная. Картофель отварной, 3 штуки. Морковь 1 штука. Сельдь слабосоленая, 100 грамм. Лук репчатый, 0,5 штуки. Уксус яблочный, 2 столовые ложки. Вода, 100 мл. Майонез, 2 столовые ложки, любой жирности. Соль, 2 щепотки. Количество порций, 3-4. Подготовьте указанные ингредиенты. Приобретите слабосоленое филе сельди или пресервы. Заранее отварите картофель, свеклу и морковь в кожуре примерно 40 минут, затем остудите в ледяной воде. Половину репчатого лука нарежьте мелким кубиком и высыпьте нарезку в глубокую емкость. Влейте воду и яблочный уксус, оставьте примерно на 5-10 минут, чтобы лук промариновался и отдал жидкости свою горечь. Очистите от кожуры отварные овощи, промойте в воде. Морковь и свеклу натрите на терке с мелкими ячейками в разные емкости. Затем посолите и вмешайте майонез. Очищенные картофелины разрежьте горизонтально пополам и чайной ложечкой извлеките из середины мякоть, стараясь не разломить. Выложите картофельные лодочки на тарелку. Отожмите лук от маринада и разложите в лодочке. Сверху выложите натертую морковь с майонезом. На морковь выложите слой тертой свеклы с майонезом. Столовые сделать слои не тонкими, чтобы в блюде ощущались все овощи, а не только картофель. На свекольный слой выложите ломтики филе сельди. Можно не один ломтик, а несколько, по вкусу. Украсьте блюдо свежей зеленью и подайте к столу охлажденным.